Информация о пожаре в пансионате «Золотой век», расположенном в СНТ «Печатник» под Кемерово, поступила в 23 часа 02 минуты по Москве. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. К сожалению, погибли 4 человека. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. К тушению пожара привлекались 48 человек, 14 единиц техники. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.